По статистике, потери от воровства в магазинах составляют от 1 до 3% оборота. Товар, особенно в супермаркетах, расположен достаточно доступно. И, несмотря на видеокамеры, непорядочные покупатели занимаются воровством, начиная от алкоголя и заканчивая лезвиями для бритвы. У некоторых это становится регулярным промыслом. Заходили в магазин, набирали товар, дорогостоящий кофе, дорогие конфеты, складывали себе в рюкзак. Значит, после этого пытались выходить из магазина. Но в одном случае они были задержаны продавцами. Товар, который они пытались вынести, у них был изъят. Парней с рюкзаками отпустили, но затем выяснилось, что это не единичный факт, и воришкам удавалось уходить с наживой. Поэтому в любом случае сотрудникам магазинов надо не отпускать, а вызывать полицию. Материально ответственными лицами являются то их просто прямая обязанность сообщить об этом в полицию, сообщить о всех фактах и хищении, которые происходят. А уже правоохранительные органы должны дать правовую оценку действиям. Безнаказанность порождает беззаконие. Поймали, отпустили. Хотя магазинным ворам предусмотрено наказание как уголовным, так и административным кодексами. За мелкое хищение на сумму менее 1000 рублей штраф. За большую сумму можно лишиться свободы. Арина Макарова, Виталий Немов. Наше время.